В столичном парке Ленинского комсомола возложили цветы к памятнику воина-освободителя. Здесь прошла акция «Ленточка памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие члены правительства, сотрудники Росгвардии, волонтеры Победы, студенты и школьники. Напомню, волонтеры Победы проводят эту акцию ежегодно. По мнению организаторов, это возможность еще раз отдать дань уважения доблести и чести воинов, погибших за Родину. Надо сказать, что вот эта акция и сегодняшняя в преддверии нашего величайшего праздника, Дня защитника Отечества, то, что собралась молодежь здесь, в парке, у вечного огня, говорит о том, что память о воинах, погибших, воинах, защищающих наше Отечество, она вечная.